Друзья, приветствую, на связи Денис. В этом видео поговорим с вами о новом прайм-листе на бирже Huobi на токены Mono. Поэтому присаживайтесь, кому интересно, а мы с вами начинаем. Итак, у нас есть вот такой вот лендинг, прайм-лист Mono Sale. Мы видим, что сам сейл у нас произойдет 25 ноября, но до этой даты нам необходимо будет еще подготовиться. И подготовиться нам будет необходимо по-разному, в зависимости от того, в каком пуле вы планируете участвовать. У нас здесь есть два пула. Первый пул на 4000 победителей, и это рандомный пул. Для того, чтобы в нем участвовать, вам нужно холдить на своем кошельке Exchange Wallet на бирже Huobi минимум 50 USDT. Можете 50, можете 51. Я лично всегда стараюсь холдить 51, так сказать, на всякий случай. И у нас есть второй пул, он уже не ограничен, и здесь гарантированная аллокация. Чтобы получить гарантированную аллокацию, вам необходимо холдить минимум 300 Huobi токенов. В данную секунду Huobi токен торгуется где-то на отметке $10, соответственно, это около $3000 по нынешнему курсу. И забегая наперед, если у вас есть такое жгучее желание купить сейчас Huobi токены исключительно для участия в этом прайм-листе, скорее всего, это пагубная идея, притом дважды. Первое, потому что этот Huobi токен после прайм-листа может просто опуститься. Если вы его захотите продать, то вы его, возможно, будете продавать в минус по курсу, это будет уже нехорошо, вам придется ждать. И второе, это то, что, скорее всего, уже поздно и снапшоты пошли. Дело в том, что Huobi в данном случае поступили достаточно хитро, по моему личному мнению, и давайте я вам объясню почему. Смотрите, мы заходим на Twitter Huobi и видим непосредственно новость про данный прайм-лист. Прошу обратить внимание конкретно на время этой публикации. 3 часа и 13 минут PM 21 ноября. Это очень-очень важно и принципиально. Более того, я могу сказать, что это именно самая первая публикация про этот прайм-лист именно в их твиттере. Аж после этого пошли публикации в русскоязычной комьюнити и тому подобное уже намного позже. Но здесь у нас дата 21 ноября, 3:13 PM. А теперь заходим непосредственно вот такую вот страницу. Ссылку что на эту страницу, что на эту страницу я оставляю в описании по данным видеороликам. Кому необходимо, то переходите и пользуйтесь. Заходим вот сюда, вот опускаем вниз, сразу перейдем непосредственно ко второй опции, где у нас гарантированная аллокация, и нужно на своем спотовом балансе держать 300 Huobi токенов. И их нужно держать, начиная с периода, внимание, 16:00 по UTC 21 ноября. 16:00 или же 4 PM. Так вот, уже в 4 PM 21 ноября начинаются снимки Huobi токенов, а сам анонс про данный промлист нам Huobi дает в 3 часа 13 минут. Соответственно, через 47 минут после этой публикации уже начинаются снимки. Вот как-то так. Почему они так сделали, я не знаю, но в принципе старым держателям Huobi токенов это на руку. Поскольку сейчас, возможно, какие-то люди будут еще там думать, докупать, не докупать, потом подумают докупить. Конечно же, они не будут обращать внимание вот на все эти цифры, даты, временные промежутки и тому подобное. И попросту у них может не произойти первый снапшот. А снапшота здесь будет целых 3, то есть вот нужно 3 дня минимум холдить минимум 300 Huobi токенов между вот этими вот датами. Да, они пишут, что снапшоты у нас будут рандомные. Вот они пишут, что снапшот будет каждые 24 часа взят рандомно. То есть, возможно, даже первый снапшот будет у нас не в 16:00 по UTC 21 ноября, а чуть-чуть позже. Условно там или в 18, или в 20, я не знаю. Но в любом случае он может быть уже в 16:00 и как бы вот так вот. Кому это на руку? Это на руку старичкам, у кого уже были Huobi токены, и это не на руку тем людям, которые как бы вот это не будут знать, не дочитают, решат купить 300 Huobi токенов или сколько им не хватает, и как бы могут не попасть под первый снимок именно из-за того, что вот здесь такая дата и первый снапшот уже может произойти. Более того, в предыдущем вот этом прайм-листе такого не было. То есть у нас было всего лишь два снапшота, нас предупреждали действительно хорошо так заранее, и в принципе, ну, таких вот коллапсов можно было избежать. Здесь они повысили планку, уже не два снапшота, уже три снапшота, и в принципе как-то так. Если я затронул тему про гарантированную локу, то давайте сразу же расскажу. Здесь будет гарантированная локация. Если вы держите 300 Huobi токенов, вот под все три снапшота вы попадаете, все четко, вам дают гарантированную аллокацию. За эту аллокацию, понятное дело, вы должны будете заплатить, и вы будете платить в USDT. То есть помимо того, что вы будете холдить 300 Huobi токенов, к примеру, вы должны еще будете холдить 50 USDT на своем кошельке. Но, несмотря на то, что вы будете холдить 50 USDT, далеко не факт, что вам дадут гарантированную аллокацию на все 50 USDT. Условно, мне, основываясь на своем предыдущем токен-селе, на токен NGL, дали всего лишь аллокацию на $3.28, хотя у меня было 300 Huobi токенов. Здесь, возможно, будет чуть больше. Почему чуть больше? Потому что у нас сам пул больше. То есть в предыдущем прайм-листе у нас здесь было роздано, получается, в одном пуле $124 000. Ну, не роздано, а собрано. Здесь уже собирают $200 000 в одном пуле. То есть уже больше.
А участников как раз вот из-за того, что здесь у нас идет три снапшота, где же они? Вот три снапшота. И из-за вот этого вот временного промежутка, скорее всего, будет приблизительно такое же количество. Поэтому, в принципе, участников должно быть плюс-минус так же, и мы должны получить аллокацию даже чуть больше. Потому что пул в долларовом эквиваленте у нас тоже больше, и токенов больше. Это хорошо, посмотрим, как будет уже, так сказать, наяву. Отпишусь обязательно в своем телеграм-канале. Теперь давайте более детально разберем пул вот этот вот первый, который у нас непосредственно для всех пользователей, у кого нету хобби токенов, но у вас есть $50, у вас есть аккаунт на хобби бирже, и у вас есть обязательно верификация. Без верификации здесь делать нечего, как бы это понятно. Что нужно делать? Вам нужно просто холдить у себя на своем балансе 50 USDT. И здесь уже нету такой даты, что вы должны холдить именно с 21 ноября. Здесь все намного проще. Ваши 50 USDT должны оказаться на вашем спотовом балансе, на вашем exchange wallet, как это называется на хобби, до 10 UTC 25 ноября. То есть непосредственно до того момента, как нужно будет зайти вот сюда вот и нажать кнопку «Принять участие в распродаже», «Зарегистрироваться», у кого как переводчик переводит и что-то такое. Это, кстати, очень важно. Если вы 25 ноября в 10 UTC не зайдете вот на такую вот страницу, напомню, что ссылка на эту страницу есть в описании по данным видеороликам, то вы просто не сможете здесь принимать участие, даже если у вас будут на балансе эти $50. Обязательно нужно будет сюда зайти, обязательно нажать кнопку, и после этого будет уже рандом и распределение. Соответственно, если у вас место будет с 1 по 4000, то все круто, и вы попали, и вы купите токены уже на целые $50. И это будет, скорее всего, действительно классно, поскольку даже если вот здесь вот за то, что мы держим 300 хобби токенов, это практически $3000, даже чуть больше, нам дадут аллокацию там, скорее всего, на пару баксов, я отпишу, сколько это будет, то вот здесь вот, если вы выиграете рандом, то у вас будет гарантированная аллокация на $50. Но еще раз говорю, это нужно выиграть рандом, достаточно сложно, но в любом случае, даже в предыдущем таком же токен сейле наши подписчики из телеграм-канала отписывали, что они выигрывали, это круто. Это круто, потому что, опять-таки, в предыдущем прайм-листе можно было из $50 заработать $1000, $1500, $1700 и того более. То есть это реально жгучие иксы. Как будет в этом токен сейле? Будут ли иксы? К сожалению, ни я, ни кто-либо другой не знает, но, понятное дело, все мы рассчитываем, и на таких сейлах, как правило, есть свои иксы, поэтому, в принципе, в них вот так вот народ и лезет, и все в них стараются участвовать. Но с хобби есть еще один очень-очень важный нюанс, и этот нюанс я отчетливо показал именно в видеоролике, где я рассказывал о результатах на PrimeList NGL. Пожалуйста, его посмотрите, если не смотрели, для новичков это будет просто мега актуально. Сейчас в двух словах про этот нюанс. Если мы опустимся в самый низ, то мы увидим такие строчки, что у нас хобби поступают достаточно хитро. В чем они поступают хитро? Они поступают хитро или хитро, не знаю, но все равно они поступают интересно. Первые 5 минут мы не можем продавать по маркету. Мы можем кидать только лимитки, только в стакан и все. Это первое. И второе. Первые 5 минут мы не можем продать непосредственно больше, чем 10 иксов от начальной стоимости. Начальная стоимость у нас, напомню, идет 40 центов. Соответственно, в первые 5 минут данный токен, скорее всего, по моим ощущениям, будет торговаться на отметке $4. Ровно вот 10 иксов. И все. Выше он никак не пойдет. А дальше, после 5 минут, скорее всего, если, так сказать, будет много хомячков, то этот токен полетит вверх и может уже выстрелить там на $6, на 8, на 10, на 12, на 20. Посмотрим, куда он выстрелит. Я не знаю и никто не знает. Опять-таки, это не гарант, что вот именно так будет, как я сказал. Но, основываясь на предыдущем прайм-листе, было именно так. И я прям показывал конкретно отрывок видеоролика, который я записывал. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, кому это актуально. Вот, в принципе, и все. Я обязательно буду принимать здесь участие, буду отчитываться у себя в телеграм-канале про все новости, когда нужно нажимать какие-то кнопки, куда нужно заходить и тому подобное. Поэтому, если еще не подписаны на телеграм, то обязательно подписывайтесь. Плюс у нас есть там дружная комьюнити в нашем чате. С вами, как всегда, был Денис. Ставьте лайк данному видеоролику, если был полезен. Всем пока-пока. Зарабатывайте.